В своем контроле держите вопрос по ремонту здания лицея. Сегодня провели рабочее совещание. В целом, как продвигается на сегодняшний день мероприятие по лицею? Учитывая, что это памятник, здесь, конечно, подход немножко посложнее с точки зрения изготовления и утверждения проектно-сметной документации. Вот. Но на сегодняшний день мы посредством проектной организации в рамках договора и полученных разрешений мы вскрыли, по крайней мере, потолочную часть, посмотрели места, где возможно дальнейшее обрушение, и сейчас проводится работа по тому, чтобы этого нам не допустить. Где-то мы рассчитываем, в конце марта у нас будет согласованный проект, и мы уже думаем, что с экспертизой. Дальше торги, и будем привлекать необходимое количество организаций для того, чтобы успеть 1 сентября открыть учебное заведение. Хотя задача достаточно сложная и по работам, и по времени, отпущенному для этих целей. Это практически на всю кровлю придется перебирать. Но зато уже будет хорошее, надежное строение, которое прослужит долгие годы. Спасибо, Александр Ильич. Спасибо.